Уже несколько дней рабочие оголяют колесо обозрения. Символ парка с 80-х годов скоро исчезнет. После того, как в феврале 2019-го изумрудный вернули в управление региону, стало известно, что части объектов по документам нет. Официально не существовало скалодрома, бассейна, колеса обозрения. Тогда заявляли, что его судьба решится, а потом причислили к аварийным объектам. Осенью 2019 года суд вынес решение демонтировать это колесо обозрения. Срок установили до апреля 2020-го. Здесь уже нет кабинок, все двигатели вынуты. И сейчас речь идет о том, чтобы подогнать сюда краны для полного разбора конструкции. Но колесо не просто демонтируют. Как сообщил руководитель фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, аттракцион ждет вторая жизнь. В Казахстане его купили. Там завод-изготовитель его переделает. Это самое. Оно его закрыли не потому, что оно аварийное, потому что там оно тросовое и это самое. Конструкция устаревшая. То есть обновят привод и все, и оно будет дальше в другом городе работать. Рабочие поясняют, что колесо разберут до размера отдельных труб. Предварительно на это уйдет не больше недели. Правда, когда груз получит новый владелец, пока непонятно. А вот в Изумрудном другого колеса не предвидится. Концепция обновленного парка – тихий и семейный, где не место такому аттракциону. Кстати, новый облик Изумрудного должны презентовать по расписанию. Сейчас, конечно же, мы все работаем удаленно, но это не мешает нам выполнять свои задачи. Так, например, буквально сейчас мы провели совещание с группой архитекторов, которые разрабатывают проект парка. Проектные работы идут по графику. Надеюсь, что и сами работы по остановлению парка будут произведены в полном объеме согласно нашим планам. К концу года в Изумрудном должны высадить деревья, сделать освещение и построить велосипедную дорожку. Руководители настраиваются, что пандемия реализации не помешает. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком».